Нет, вроде вот сейчас снимает. Так, в общем, если снимает, хочу показать этот вокзал. Друзья, находимся в городе Лиссабон, в Португалии. Вот здесь такой вокзальчик. Это у нас автовокзал и ЖД-вокзал. Точнее, это ЖД-вокзал. Отсюда отходят поезда, как бы под Португалию тоже отходит, куда мы сейчас хотим выехать из этого города. И также действуют здесь билеты, которые действуют на метро. Точнее, действует сама карточка, но надо эту карточку заряжать. Такие вот дела. Чтобы зарядить проезд в метро, это стоит евро 20, евро 25 даже, кажется. Вот здесь же, чтобы выехать какое-то 50 километров, нам надо выехать, чтобы можно было уже машину ловить. Это стоит около 4,5 евро это стоит. Такие дела. Сейчас думаем, в общем, что делать. Или здесь... Или выехать отсюда, или же вот как-то туда выйти, машину ловить. Потому что задача, как сказать, не то что сложная, просто по копейке, чтобы меньше выходило это. Вот в данный момент ситуация у нас такая. Вот, что еще тут? А на той стороне, вон там находится чисто автовокзал. То есть, когда прибываешь на автобусе, допустим, то вон туда... приезжаешь, и отсюда пешком где-то минут за 30, за 40 можно дойти до центра города таким нормальным, спокойным шагом. Такие вот дела. Сам вокзал, кстати, выглядит вроде новый вокзал, но внутри выглядит как-то очень серо. Видать, из-за того, что все в таком железном стиле все сделано. В сером металлическом стиле, поэтому особенно внизу, здесь он еще так сверху из-за того, что светло, хорошо выглядит, а внизу вообще полностью темнота полная. Ладно, пока буду выключаться, сейчас подумаем, что делать. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся в Португалии, в Лиссабоне.